Дорогие побратимы, уважаемый Игорь Николаевич, от всей души поздравляю вас с Днем Единения народов Беларуси и России. В истории наших стран есть немало общих значимых дат, но этот день имеет особое значение. Это символ братства и духовного родства, близости традиций, искренней дружбы и взаимной поддержки. Мы успешно реализуем совместные проекты, сотрудничаем в экономике, бизнесе, сельском хозяйстве. У многих белорусов родственники и друзья живут в союзной России. Как и для тысяч россиян, Беларусь стала вторым домом. Яркое проявление духовного единства, героизм наших народов, боевое братство. Мы бережно храним и передаем подрастающему поколению память о великом подвиге победителей. Вместе противостоим попыткам искажения истории. Вместе достойно отвечаем на вызовы и угрозы. Сегодня наша дружба, доверие и равноправие имеют особую ценность. Дорогие друзья, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях на благо наших народов. С праздником! Алмазы в ней горят, а летние росы, а в глазах озерах отражаются звезды, как в живом серебре. У моей любимой голос ветра нежнее, утолит печали лютый холод согрее. Тихо подпевают ей, склоняясь над нею, ангелы на заре. Такие разные они, но все же лишь сестры так бывают схожи. Две сестры и навека на одно. Шаг и вздох мой к ней любовью напомнен. Для нее единственной не жаль ничего мне, даже жизни самой. Родина, как женщина, что вечно прекрасна, ни года, ни горести над нею не властны. И по-настоящему счастливо бываю, лишь вернувшись домой. Такие разные они, но все же лишь сестры так бывают схожи. Две сестры им навек дана от Бога, на двоих одна судьба.
Беларусь и Россия – две красуни великой семьи, две сестры назавжды дорогие, две надеи славянской земли. Россия, Беларусь, славянские державы, з'ядналіся для перамог у один союз. Нехай набудзе велічнасць и славу наше адзінства Россия, Беларусь. Добрый день, шановные гости! Добрый день, удельники великой и яркой подеи! Дня яднання народов Белоруссии и России! Сегодня, у гэты цудоўны день, стартуе цикл мероприемства святкавання 630-годзя з дня утварэння города Иуе. 2 красавіка адзначаецца День яднання народаў Беларусі і Расіі. Менавіта ў гэты дзень у 1996 годзе прэзідэнты Расіі і Беларусі падпісалі ў Маскве дагавор аб стварэнні садружнасці Расіі і Беларусі. Сёння Беларусь і Расійская Федэрацыя развіваюць узаемавыгадныя эканамічныя сувязі, абменьваюцца дасягненнямі ў адукацыйнай сферы, культуры, навуковай думцы і многіх іншых сферах. Сувязі рускага і беларускага народаў маюць такія глыбокія, такія моцныя карані, якія ніхто не зможа падкапаць і разарваць. Карані гэтыя ідуць з глыбіні стагоддзяў, надаючы гэтаму дрэву волату надзвычайную моц і сілу. Слово предоставляется старшине Ивьевского районного совета депутатов Филон Валентине Станиславовне. Добрый день, дорогие ивьевчане. Витаем вас, шановные гости. Так, сегодня особливый день, бо только у наших двух краин есть агульное и такое значное свято. День яднання народаў Беларусі і Расіі. Гэта ў чарговы раз падкрэслівае, наколькі мы блізкія. Нашы народы трывала замацоўваюць шматвяковыя брацкія повязі, заснаваныя на агульных гістарычных каранях, традыцыях, духовных і культурных каштоўнасцях. Яднання – аб'ектыўная і непадуладная часу патрэба, і асабліва актуальна яна ўспрымаецца напярэдадні святкавання 80-годдзя вызвалення нашай роднай Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Беларусь і Расія сумеснымі намаганнямі паслядоўна адстойваюць на пляцоўцы АБСЕ тэматыку захавання гістарычнай памяці. Памяти о подвигу советского народа у Великой Айчинной войне. Беларусь и Россия осуждают факты знищения и опоганивания помников воинам-вызволителям, противостоять реабилитации и героизации нацизму. Беларусь и Россия совместно освоивают космос, будуют атомные станции, реалізуюць праекты ў галіне мікраэлектронікі і самалётабудавання, вядуць унікальныя высокатэхналагічныя распрацоўкі. Але самае галоўнае – гэта наша дасягненне, забеспячэнне роўнасці правоў грамадзян, сацыяльных гарантый. Уяднанне – залог годнай будучыні цяперашняга і будучых пакаленняў. На дворе 2024 год. И гэты год асаблівы и для нашего города Иуе. Иуе отзначае 630-годдзе. Сёння у яго абліччы спалучаюцца багацце культур народаў, якія тут проживаюць, іх гісторыя і сучаснасць, бясценны вопыт старэйшага пакалення і энергія нашай моладзі. Мы ганарымся нашай гісторыяй. Мы ганарымся нашымі землякамі, якія ведае ўся краіна. Мы паважаем нашых герояў, якія адстаялі свабоду і незалежнасць. І пакуль мы адзіныя, пакуль нам рухаюць агульныя мэты, галоўнае з якіх
добробыт нашего города. Иуе будет развиваться, будет радовать нас поспехами, перемогами, пригожостью и утульностью. И от каждого из нас залежит пригожость и утульность нашего города. Жадаю всем моцного здоровья, поспехов во всех справах и починаннях, миру и згоды кожной сям'ї со святом, с днем яднання народов Беларуси и России. Дякую, Валентина Станиславовна. Годзе вялікая дата для нашага горада Іўе. 630-годзе са дня яго ўтварэння. Іўе, горад наш старажытны, прыгожы, зноў расквеціўся фарбамі свята, і адвечныя сцены каложы бласлаўляюць любога як брата. У краіне нашай нікому не цесна, кожнаму знойдзецца утульнае месца. Лад тут пануе, пашана і згода, добрасуседства розных народаў. Не голас, сэрца гаворыць гэтыя словы з любоўю, з гонарам, з душэўнай пяшчотай. Тут наша гісторыя, тут мае карані, тут напеўная родная мова, тут жывём мы. Іўе з непаўторнай гісторыяй, са старым млынам на возерам, самай старажытнай іўескай мячэцю, незабыўнай сінагогай на плошчы горада,
Гэта цудоўныя мясціны, у якіх спрадвеку жывуць у згодзе беларусы, палякі, рускія, яўрэі і татары. Мы ганарымся сваёй малой радзімай, краем лясоў, маляўнічых наднёманскіх краявідаў, слаўных народных традыцый. Мы шануем родную зямлю, на якой спрадвеку ў міры і згодзе жывуць народы. Гэта наша радзіма, наша спадчына, якая аднойчы і назаўсёды даецца кожнаму чалавеку разам з жыццём. І кожны з нас – часцінка Іўёўшчыны, часцінка яе гісторыі. Слово предоставляется члену Бюро Президума Международной громадской палаты скликания 2020-2025 годов муфцию мусульманско-религийного объединения у Республики Беларусь, гоноровому члену правления Белорусского фонда мира, гоноровому громадянину Иуевского района Абубекиру Юхьяновичу Шабановичу. Уважаемый Игорь Николаевич, уважаемая Валентина Станиславовна, уважаемый чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь, уважаемые ивевчане, дорогие мои коллеги, руководители религиозных организаций, дорогие братья и сестры, я искренен, как всегда, перед вами. Я безмерно рад Всевышнему Аллаху, который дал возможность по вашему приглашению прибыть на такое знаменательное мероприятие. День единения народов, единения государств очень значимо в нашей современности. А еще заглянуть вглубь веков о жизни людей более 6 веков назад символично и логично так и напрашивается у меня, я надеюсь, и у каждого из вас, как нужно вникать в историю наших предков. Как нужно понять их чаяние, их трудности, их культуру. И слава Богу, когда видишь упорядоченные поля, когда видишь уже в приличном виде и огороды, а возле домов люди хлопочут, чтобы оживить цветы после зимы, быт налажен, и остаток свидетельства тех далеких времен – это памятники культуры. Не зря говорят, что это наследие предков, которые нужно глубоко чтить, уважать и развивать. На моей родной Ивевщине за времена очень сложные в жизни каждого поколения не сломлено, не разрушено, не уничтожено. Добропорядочность друг к другу, взаимоуважение, взаимопомощь. Вот составляющие вот этого жеста, которые является единым кулаком, который является защитой от всего приходящего. Во все времена здесь я вижу неразрушенные костелы, дуды, ивье, липнишки, субботники, геранены и другие места. Я вижу церкви православные, ивье, Морина. Я вижу неразрушенные, увы, иудеев уже здесь нет, как было их здесь более 60% от общего населения нашего
города. Но сохранили здание, как немые свидетели той культуры, того братства, той дружбы, взаимопонимания, соседства. И невольно переносишься на Ближний Восток в современные дни. Почему там нарушается это правило божественное? Почему там не так, как у нас в Иве, как сегодня, так и столетиями назад? И среди всех этих памятников единственное в поселении татар – мечеть. Ее никто не разрушил, ее никто не тронул. Это закон общий. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились так, как ты хочешь, ты относись к своему соседу. Законы бытия доведены через всех пророков всем народам. Я напомню, в Священном Коране сказано: «Мы создали вас от пары людей, мужчинами и женщинами, племенами и народами, чтобы вы изучали друг друга, понимали друг друга, помогали друг другу, состязались в добре, а не во зле. Помните, вы, как мои творения, ко мне и вернетесь». Библия, Талмуд, Коран. Они, эти общие законы, дали от Всевышнего людям. И как важно на сегодняшний день служителям религиозным дойти до души каждого. Дорогие братья и сестры, за мои 8 десятков лет я прожил тоже очень многое. И вывод почему-то у меня с детства таится до сих пор. Таков. Когда в войну молились Богу, чтобы выжить, а после войны старались от голода не умереть, трудились все и помогали крошечкой поделиться, помочь рядом живущему. Кажется, и мир был добрее после такой страшной, убиенной войны, искалеченных судеб физически и душевно. И все-таки была база понимания друг друга. Сочувствие. Как только богатеют, люди не научились делиться. Люди разучиваются помогать друг другу. Боже мой, неужели законы Всевышнего, доведены до всех нас, уйдут из нашей жизни? Из моего возраста не уйдут. Вот от деток. Как значимо нам анализировать, осмысливать себя индивидуально, свою группу, окружение, семью. Как важно не поддаться расчеловечиванию. Как важно не поддаться этим отвратительным вызовом современности. Уберегите поколение. Я искренне жажду, чтобы поколение после нас, ушедших, чтило бы то, о чем мы сегодня с вами ведем разговор. Надо жить. Надо ориентироваться на требования современности. Надо противостоять негативу и сохранить
Вот то, что уже об этом столько сказано. Вы знаете, моя идея открыта тоже. Я говорил и буду говорить, и мои дети будут повторять это. Мы с предками прожили в мире восточных славян. Братство сформировалось до такой степени, что нас не развести. Надо сохранить этот мир восточных славян. Корни наши, как единое дерево, корни сильны. А ветви, Авраамовы ветви, тянутся к небу. Сохранить эту консервативность, как говорят ученые сегодня. Пусть лучше мы будем консерваторами, чем трансгендерным. Дорогие мои братья и сестры, я искренне вам желаю встречаться, этот год провести достойно по всем направлениям. А единение людей – фундамент единения государств. И если мы в союзном государстве, Беларусь и Россия, к нам, порядочным, мирным, трудолюбивым, присоединятся и другие своим соучастием. Родима, моя дорогая, ты в счастье и в мире живи. Мира вам! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ашалом алейхим! Мира вам, братья! Поважаний Абубекір Юхьянович, просим вас уручить узнагороди. З нагоди урочистого мероприємства за призначення укладу оборони і умацування держави і демократичного громадства, одинства народа, помноження економічного, інтелектуального і духовного потенціалу країни, а так само заслуг і досягнення у громадській, гуманітарній, доброчинній діяльності перед державою і народом, медалем «Заслужений миротворець». Творца узнагороджується старшиня Івівського районного виконавчого комітету Єнець Ігор Миколаєвич. Старшиня Івівського районного совета депутатів Філон Валентина Станіславовна. Старшиня Івівської районної організації «Білоруський союз ветеранів війни у Афганістані» Станілка Степан Іванович. Агульне фото. Віншуємо вас со святом і узнагородами. Не раз буваю в кабінеті, уважаємого Ігоря Миколаєвича. Чистота, порядок і віддільний уголок, духовний уголок. Це підкреслює одразу настроєння любого посетителя. Душевність, духовність. Затем решение всех жизненных вопросов. Но в этом уголочке я обнаружил отсутствие Корана. И ставлю вопрос, а как это так получается? Игорь Николаевич, я искренне вам желаю, чтобы и это священное писание дополнило ту картину, и чтобы оно жило в вас. Ну, это ритуальная вещь, а вот этот Куран,
на русском языке перевел мой коллектив Минской соборной мечети. Ну, с моим скромным вступительным словом. Пусть это напоминает и пусть используется в делах всех наших. Я гарантирую, носитель, религия носителя мира и милосердия, она и будет помогать проникать в души людей и поддерживать этот мир. Что это? Что это такое? Кто видел открытие Минской соборной мечети? Я таких два подарка, таких богатых вот этих произведениях искусства дарил двум президентам. Президенту Реджеп Тайбу Эрдогану Турецкой Республики и президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Вот тогда они принимали из моих рук вот такие шедевры зодчества. Это посвящены именно священному Корану. Мастера изготовили. И здесь же я поместил такой же Коран, который и вам подарил. Вот этот дар, без волнения не могу. Это дар, дорогие братья и сестры, от мусульман Республики Беларусь всем тем братьям и сестрам, которые составили 627 лет братскую семью вместе с нашими татарами-мусульманами. Мы чтим эту память, мы чтим их, наших предков. И я хочу этот сказать спасибо всем вам, современникам, за то, что мы поддерживаем эту братскую семью. Это гарант того, что и наши потомки будут жить в таком же мирном обществе. С благодарностью всем вам, в честь памяти всех наших предков, я передаю это через руководителя района нашего, уважаемого Игоря Николаевича, в музей. Музей национальных культур. В течение этого юбилейного года мы коллективно выработаем обращение к нашим потомкам. Какими они должны быть в жизни. И поместим сюда вместе с Кораном, самым священным, самым великим даром для нас, людей, от Всевышнего Бога. Игорь Николаевич, я прошу вас это принять от нас, этот дар, и передать в музей. Дякую, Абубекир Юхьянович. Просим занять свои места у зале. Со святом вас веншуя народный ансамбль народной музыки «Чабарок». Мастацкий керавник Леонид Журко. Калина под калиной девчина, мые косы, мые плечи белые. Косы вымывая, скоса поглядая, девы, хлопцы смелые. Косы вымывая, скоса поглядая, девы, хлопцы смелые. Калина ягода, еще не спелая, не боится хлопцов, девка смелая, девка белая, спелая. Чакай ты, девка, каля прорывая воду,
бежит вода, едут своя вода и хлопец до броду, а с калины уже сорвана ягода. Едут своя вода и хлопец до броду, а с калины уже сорвана ягода. Калина ягода, я ще не спелая, не боится хлопцев девка смелая. Народы Беларуси и России отзначаются дивной гостинностью. У многих белорусов, как и у многих россиян, свояки и сябры живут у союзной краине. Уникальный шанс представляют наш город у складе белорусской делегации по маршруту ИУЕ Сочи и уделу во всемирном фестивале молоди, який собрал у одной творчей просторы каля 20 тысяч активистов у сферы бизнесу, медиа, международного супрацовництва, культуры, науки, спорту, адукации, волонтерства и доброчинности из разных держав, выпал Инне Вольской – яскравому звяну молодежного руху Ивьевщины. Слово предоставляется ведущему юрисконсульту сельскохозяйственного унитарного предприемства «Лаздуны Агро», старшине Ивьевского совета працующей молоди Инне Вольской. Уважаемые жители Ивьевщины, гости нашего города, поздравляю вас с Днем Единения народов Беларуси и России. Партнерство наших стран в полной мере отражает концепцию союзного государства и общее стремление предоставить молодым гражданам максимум возможностей для развития и самореализации, в том числе в рамках международных проектов. Общая история, неразрывные культурные связи, многоплановые экономические проекты делают наши страны едиными и неразрывными. И именно такими смыслами наполнена эта дата в календаре. Особенно важно, что молодежь двух стран активно участвует в процессе развития и укрепления связи России и Беларуси. Молодые люди с их мощной энергией и безграничным творческим потенциалом могут добиться больших результатов в укреплении дружбы между нашими народами. Для нас, молодежи, создаются все необходимые условия для сотрудничества, организовываются яркие мероприятия, о которых знают в каждом уголке планеты. Одним из таких событий стало проведение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи с 1 по 7 марта. За год до его начала президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных и равнодушных молодых людей со всего мира». И он был прав. У нас появились общие мечты о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир. От имени всей работающей молодежи Ивьевщины поздравляю с Днем Единения народов Беларуси и России. Желаю здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов во имя процветания наших братских народов. Може ёсць дзе і лепей мясціны, разважаць я зусім не бярусь, і звяртаю з закрытай душою, приезжайте до нас, Беларусь, приезжайте, приезжайте, приезжайте.
приезжайте до нас, Беларусь, приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Приезжайте, браты дорогие, поглядеть на блакиты озер, на великие пуши лясные и полёв необстяжный простор. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Вас устренуть, сябры, хлебом с солью, у одной сям'і живем мы. Вам жадаем здоровья и счастья, и достатку кожной сям'і. Где б ни был я на праце далеко, в родный кут не в забаве вернуся. Запрошаю с любовью и миром, приезжайте до нас в Беларусь. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас в Беларусь. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас в Беларусь. Приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас, Беларусь. Две родных сестры, Беларусь и Россия. Две вольные птушки из великой семьи. Их моцные дружбы никто не осилить. Ей вечно дужить, красовать на земле. Яднание – это исторический выбор наших народов. Это воля славян быть разом. Это свечение родства по крови и одинства лёсу. У нас агульная гісторія, агульныя трагедыі і агульныя перамогі. Няма ніводнай галіны жыцця, дзе б не перапляталіся неразрывныя, непарушныя, вечна жывыя карані нашых сувязяў, нашага братэрства. Мати завихається, і по хаті пах іде, а брус розсилається, весело за стол. Вся сім'я сядає, білоруси мир несуть, вся земля співає. Батькова булка смачна і гулка, свята іде, хліб на столі. Маці світку мажа, а крає смак який. Кожний гость там скаже, добробиту і святла. Розсилає бруси, святих дзьон вам і жніва. Братки білоруси, батькова булка, смачна і гулка, свята іде, хліб на столі. Хлеб на столе.
болоте ожива, нюхай завихнется, Беларусь моя краса, зернем приберется, шир сердца в наших губ, песен звонкий голос, про забитых наших рук, хлеб и сноп и колос. Батькова булка, смачная булка, свята неделя, хлеб на столе. Россию змалку бачу не сдаля, от Гомеля до Бранска близко. Одна, одна ж у нас колыска, зеленый край, славянская земля.
У доброй дружбе живем по-хорошему. Свято у нас, к нам Россия иде. Свято у их белорусы запрошены. Усюду разом, у счастья, у беде. Со святом вас веншует танцевальный коллектив Ивьевской дитячей школы мастацтвов. Мастацкий керовник Марина Шидловская. Русским народом лёс наш одины, выросли мы от одних коранёв. З им мы агульную мели родзиму, самых сивых, незабыўных годов. Закаты, переулки, ах, лето красное, забавы и прогулки, как упоительны в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и круз французской булки. Любовь шампанское, закаты, переулки, как упоительны в России вечера, как упоительны.
упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта, как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра, ну что тебе мои порывы и объятия? На том и этом свете буду вспоминать я, как упоительны в России вечера. Сон, пускай любовь игра, ну что тебе мои порывы и объятия? На том и этом свете буду вспоминать я, как упоительны в России вечера, как упоительны в России вечера, как упоительны в России вечера. Пойдешь стежкой на восход, земля русская. Там такие ж луги ляраки, и такие ж дзяўчат косы русые, вочы синие васильки. Пойдзеш стежкой на ўсход, земля руская, разам сеем, будуем і жнём. Гэтым болей за ўсё ганаруся я, што мы побач з Расіяй жывём. Согрет заботами здесь каждый гость. Земля широкая и хлеба сольная. Мы за тебя всегда поднимем тост. И в дни обычные, и светлым праздником, когда встречаемся мы за столом. Родные, близкие, такие разные, душой обнимемся и пропоем. За небо ясное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые, за красоту людей, тепло земли моей, за дом, в который я всегда вернусь, за Васильковую, миролюбивую, такую гордую, такую милую, за материнскую, за офицерскую, за нашу родину, за Беларусь. Случится всякое, обиды, радости, но мы умеем жить, любить, прощать. Мы добротой своей на мир весь славимся, не даром мудрости все понимать. За небо ясное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые, за красоту людей, тепло земли моей, за дом, в который я всегда.
материнскую, за офицерскую, за нашу родину, за сердца лучистые, за красоту людей, тепло земли моей, за дом, в который я всегда вернусь, за Васильковую, миролюбивую, такую гордую, такую милую, за материнскую, за офицерскую, за нашу родину, за Віншуємо вас з Днем Єднання народів Білорусі і Росії. Час доказав. Тривалась і непорывна білорусько-російського сябровства, заснованого на принципах равноправ'я, узаємної поваги, довіру і підтримки, історичної супольності і прихильності, одним і тим же духовно-моральним каштовностям. А до всей души жадаем усім вам, вашим сім'ям, родным и близким, доброго здоровья, миру, счастья и добробыту. Со святом! Журавли кружатся в поднебесье, и прозрачно дали хороша. И одна у нас как будто песня, гордая славянская душа. Небо величаво, и как поле Васильки чисто. Ты как непокорная держава, то грешна, то ангельски свята. Журавли кружатся под небесьем, и прозрачно дали хороша. И одна у нас как будто песня, гордая славянская душа. Душа моя славянская земля, мои леса и реки и поля. Мне счастливых много и далека дорога, и я ее пройду с тобой деля. Так летите песни, нам петь навеки вместе, душа моя славянская земля. Над тобою времена не властны, ты прощать умеешь и любить. И очаг зажженный не погаснет, и друг друга нам не позабыть. Здесь у нас у всех свои истоки, и с тобою мы одна семья. И друзьям, и близким, и далеким мира и добра желаю я. Душа моя славянская земля, мои леса и реки и поля. Мне счастливых много и далека дорога, и я ее пройду с тобой деля. Так летите песни, нам петь навеки вместе, душа моя славянская земля. Душа моя славянская земля, мои леса и реки и поля. Мне счастливых много и далеко.
я ее пройду с тобой, земля. Душа моя славянская земля, мои леса и реки и поля. Несчастливых много и далека дорога, и я ее пройду с тобой, земля. Так летите песни, нам петь навеки вместе, душа моя славянская земля. Со святом вас, поважаемые жихари и гости города Илье! До новых встреч!